25 января рано утром в Гонконге стартовал ежегодный международный марафон, в котором в этом году приняло участие 73 тысячи человек, что стало рекордным за 18 лет его проведения. Кроме представителей властей, приветствовать марафонцев пришли также и многочисленные активисты зонтичного движения. Уже в 6 часов утра в районе Чимсачой, откуда обычно стартуют участники забега, появилось множество символичных желтых зонтиков, а также плакатов с требованием всеобщих выборов и призывы к отставке главы администрации Гонконга Лянь Чжэнина. Люди громко выкрикивают лозунги в поддержку свободы, демократии, всеобщих выборов и других ценностей, которые пропагандирует зонтичное движение. Многие участники марафона в знак солидарности с зонтичным движением также прикрепили к своим футболкам надпись со словами «Мне нужны настоящие всеобщие выборы». Церемонией начала марафона руководила секретарь администрации Гонконга Кэрри Лэм и главный полицейский города Энди Цанг Вай Кунг. На мероприятии не было главы администрации Лянь Чжэнина. По словам депутата Законодательного совета от Лиги социал-демократов Лёнг Вок Ханга, Лян не присутствует на церемонии начала марафона уже второй год, потому что боится встречаться с народом, и особенно с прессой, так как он не выполнил свои обещания.